только любовь освящает брак. Какая это любовь? Мне простите, простите меня. Какая любовь освящает брак? Истинная. Истинная. Если есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможно, брак. Да. Ой, садитесь, мам. Ничего. Что разумеете под любовью истинной? Ну, всякий знает, что такое любовь. А я не знаю. Надо определить, что разумеете. Любовь – это… Ну, это исключительное предпочтение одного или одной перед другим. Да, совершенно правильно. Но предпочтение на сколько времени? На месяц, на год? А? На два дня, на полчаса? Не знаю, простите. Наверное, очевидно, про другое говорить.